Это информационный канал «Тема дня». Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня в полночь стартовал третий этап программы туристического кэшбэка, в рамках которой предусмотрен частичный возврат средств за покупку путевок по России. Распродажа будет длиться почти 3 месяца, до 15 июня. Поездки в рамках программы будут возможны с момента старта программы и до 30 июня. В Ростуризме считают, что весна – отличное время для путешествий. На целом ряде горнолыжных курортов можно кататься на лыжах. Глава Ростуризма Зарина Дагозова уверена, что программа возврата денег – позволит всем желающим отправиться в доступные путешествия по России. На реализацию третьего этапа выделяется 2 миллиарда рублей. Поменяются ли условия программы, какие они и как курортная система Кубани подготовилась к действию кэшбэка, обсудим с Георгием Грушей, начальником управления развития внутреннего туризма Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Георгий Романович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, со стартом, с третьим этапом вас тоже поздравляю. Насколько, по мнению специалистов Министерства курортов региона, кэшбэк такой удобный и важный момент для всей нашей курортной системы, курортной отрасли и для ее развития? Это очень полезный инструмент, который ввел Ростуризм уже, получается, в прошлом году начало действие этой программы. И первые два этапа они показали, что действительно такой вот кэшбэк, такая скидка на туры внутри страны, в том числе в Краснодарский край, они позволяют не только как бы привлечь дополнительных туристов, да, стимулируют туристический поток, но и в том числе нашим туристам позволяют сэкономить деньги на отдыхе. Поэтому переоценить вклад такого инструмента в развитие туротрасли и в стимулирование туристической деятельности, наверное, невозможно переоценить этот вклад. Инструмент действительно важный, полезный, и самое главное, он востребован у туристов и позволяет им, как я еще раз хочу повторить, сэкономить на отдыхе. Ну, я думаю, что вы точно в теме. Скажите, поменялись ли условия кэшбэка в этот раз? Да, действительно, эти три этапа, то есть сам кэшбэк, он как продукт Ростуризма, он развивается. И если первые этапы были, ну, достаточно такие условия, которые ставили наших туристов в определенные рамки, это были там определенное количество ночей, 5 сумок, тура должна была быть в определенных границах, то сегодня практически условия открыты, и любой тур попадает под эту программу, практически любой. Угу. Да, есть, конечно... Нет временных ограничений каких-то, временных, да? Ограничений практически нет, это любой тур от 2 ночей. Угу. То есть, в принципе, даже тур выходного дня, небольшая будет поездка, да? Он может попасть в эту программу. Да, то есть максимальной продолжительности нет, соответственно, нет ограничений по стоимости. То есть максимально открытая, доступная программа. На третьем этапе уже действительно мы пришли к этому, что практически все туры могут попадать под данную скидку и под действие кэшбэка. Ну, я думаю, что это нормально, что от этапа к этапу какие-то корректировки вводятся. Ну, применительно к Краснодарскому краю и людям, которые привыкли и любят отдыхать на курортах нашего региона, что даст программа кэшбэка именно нашим туристам? Ну, именно нашим туристам данная программа позволит не только забронировать свой любимый тур, если из года в год приезжаете в Краснодарский край, но и сэкономить на этом туре. А вот на самом деле плюсы этого третьего этапа – это временной период. Вот на самом деле сегодняшний третий этап, он наиболее, ну скажем так, для туриста наиболее выигрышный, потому что с марта по июнь мы цепляем практически все наши курортные сезоны. Да, это и часть зимнего сезона. Угу. Как вы уже сказали, можно кататься на горных лыжах. Угу. У нас на Красной Поляне до 16 апреля это как минимум будут работать горнолыжные курорты. А дальше, в зависимости от погодных условий, может быть катание на верхних участках еще продлено. Вот. Июньская часть – это уже теплое море, ну, это да, уже наши любимые, тепло, наши, да, любимые, да, пляжи. Можно и летний отдых забронировать также по программе кэшбэка. Ну и, собственно, вот межсезонье, которое популярно всегда с точки зрения доступности цен. Летние пансионаты, отели, санатории еще держат ценник как бы не высокого сезона. Плюс на это накладывается скидка по кэшбэку, и можно очень доступно приобрести здесь путевку. А, кстати, на июньские пляжи, вот еще не совсем прогретое море, кто приезжает чаще? Потому что местных жителей, конечно, не заманишь пока. Наверное, вы знаете, для нас, как местных жителей, еще мы его считаем, оно не совсем прогретое. А на самом деле, в начале июня 20-21 градус вода, это уже для жителей более северных территорий нашей страны очень комфортные и приятные условия. Но по статистике, уже, кто едет, да, в это время? Многие уже в мае приезжают, на самом деле, вот регионы севера страны.
Сибирь, Новосибирск, допустим, очень такое из северных популярное направление. Из Сурала, с Екатеринбурга, из Перми есть рейсы. Угу. Они с конца мая уже начинают грузиться. То есть, в принципе, я думаю, что как раз эта новость им как раз на руку, да? Безусловно. Сколько денег можно вернуть по кэшбэку, отдыхая в Краснодарском крае? Вот давайте предметно так. Тем более уже два этапа у нас мы прошли, есть опыт некий. Вот сколько примерно можно вернуть? Там, ну, зависит все от стоимости тура, конечно же. Да, в разбросе каком-то, вот, ну, от минимума и максимума, да? 20% от стоимости любого тура. Есть максимальная сумма, порядка 20 тысяч рублей. Ну, допустим, тур стоит, ну, допустим, 10 тысяч рублей, да, посчитаем? Соответственно, 2 тысячи рублей вам вернется в виде кэшбэка. Uh-huh. Если стоит у вас тур там, 50 тысяч рублей, вам вернется 10 тысяч, соответственно. Uh-huh. Uh-huh. И так вплоть до 100 тысяч рублей. То есть максимальная сумма, возможно, это 20 тысяч рублей. Собственно, со 100-тысячной стоимости тура вернется вам пятая часть в виде приятного бонуса, который вы сможете потратить уже непосредственно, находясь на курорте, на сувениры, на подарки родным и близким, на рестораны, кафе, то есть развлечения для детей и все остальное, все, что вам пожелается на наших курортах. Вот как раз глава Ростуризма Зарина Дагузова сказала, что кэшбэк – это возможность сделать отдых доступным. Ну, в Краснодарском крае, наверное, тоже это все правило на нас распространяется. Вот как Министерство курортов как раз следует этому правилу и следят за тем, чтобы отдых действительно был и доступным тоже? Безусловно, это основная цель данной программы. И Министерство курортов здесь со своей стороны прорабатывает с участниками данной программы, собственно, политику, да, и философию, дух самого инструмента кэшбэк, чтобы это действительно была скидка для наших гостей. Вот. Кроме того, у нас кроме федеральной программы кэшбэка есть и свои региональные маркетинговые программы, которые Министерство курортов ведет уже самостоятельно, без федерального центра. Это в том числе и та же программа «Южная здравница», которая как раз в межсезонье, вот в этот период, по которой работает у нас порядка 50 санаториев, и скидки предоставляются тоже от 5 до 50%. Напомните срок действия «Южной здравницы». Эта программа у нас действует в межсезонье до 1 мая. То есть еще как раз вот как можно раз период март-апрель, он абсолютно попадает в две программы, и вы можете воспользоваться скидкой как санатория в рамках краевой программы «Южная здравница», так и скидкой в рамках кэшбэка. Это очень выгодные и доступные условия. Ну, что касается прошедших уже этапов, сколько санаториев, отелей, вообще объектов размещения подключились к кэшбэку, к этой программе? И, в общем, вы сказали, что прорабатываете философию проекта, да, информационную кампанию как-то ведете. В этот раз какие будут цифры и уже что мы имеем на сегодняшний день? На первом этапе программы у нас от края участвовали порядка 15 туроператоров, 50 здравниц, это санатории и пансионаты, и порядка 200 отелей, средств размещения. Уже сегодня к третьему этапу у нас подключились 20 туроператоров, также порядка 50 здравниц, чуть больше 50, и 250 средств размещения. То есть со стороны участников туротрасли мы видим, что видим рост популярности данной программы, и с каждым этапом, вот это уже третий, у нас все больше и больше участников. А насколько вот прирост случился? Получается, среди туроператоров, да, мы на третью выросли, а если мы говорим о гостиницах, средствах размещения, отелях, получается, на четверть, с 200 до 250 новых участников. То есть это для наших туристов более широкие возможности по выбору, соответственно, расширяется ассортимент, спектр услуг, которые вы можете выбрать. Причем каждый отель и каждый туроператор, он же не предлагает только одну программу. Да? Внутри этого предложения отеля вы можете забронировать как различные, собственно, протяженность тура, так и различные наполнения. То есть это может быть тур как отдельно с проживанием, так и проживание с перелетом, так и комплексный пакет услуг. Экскурсионная программа, развлечения, досуговая составляющая. Ну, соответственно, чем выше будет сумма потраченная, тем больше будет и кэшбэк, да, на свой же отдых, да, можно не жалеть денег, да? Безусловно, здесь все зависит от стоимости тура, и, соответственно, 20% от этой стоимости будет возвращено туристу.
В продолжение туристической темы в Краснодаре состоялось заседание межведомственной комиссии с участием глав городов и районов, которому предстоит принимать туристов. Был поставлен срок. К 1 мая все наши курорты должны быть в полной туристической готовности. Пляжи и гостиницы вообще проходят классификацию. Им присваивают либо звезды, либо другую маркировку. Как это происходит, расскажет Александр Денисов, первый заместитель генерального директора компании «Курорт Экспертиза». Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день присутствующим в студии, добрый день уважаемым телезрителям. Да, скажите, вот на Кубани же разработали единый стандарт для оформления пляжей к летнему сезону 2021 года, то есть к этому появятся уже обновленные территории. Что это за единый стандарт? Да, в 2020 году Министерство курортов и с нашим участием также разрабатывали этот стандарт. В январе он был представлен в Анапе. Вот. Это документ, который включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности в том числе, вот, а также возможности получения других дополнительных услуг. То есть это впервые такой документ, который у нас появился, который объединяет различные требования, которые направлены именно на безопасность и комфорт пребывания наших гостей на пляжах. Угу. А скажите, как идет сейчас классификация пляжей в крае? Каким требованиям они должны отвечать и соответствовать? Вот, с точки зрения обывательской, так скажем. Как должен выглядеть пляж? Классификация, понятное дело, что она зависит от того, что пляжи работают сезонно. Многие пляжи в межсезонье, мы знаем, представляют из себя просто чистую береговую полосу, и только непосредственно перед открытием на них выносится соответствующая инфраструктура, выставляются необходимые инвентарь и оборудование. Это первое. Ну, а то, что касается самих требований, ну, естественно, требование ключевое, пляж должен быть безопасен. Это обязательное обследование водолазами дна пляжа, обязательный контроль санитарного состояния, как и воды, так и береговой полосы, обязательное наличие спасательной службы, то есть не менее двух спасателей должно находиться на любом пляже в смене, даже на самом-самом маленьком. Вот. Это первый основной базис, который должен соблюдаться любыми исполнителями услуг пляжа. Ну и, естественно, по комфортности наши пляжи, согласно российской системе классификации, подразделяются на три категории. Первая категория высшая, третья низшая. И в зависимости от этой категории на пляжах предоставляются различные требования, различные услуги, прошу прощения. Ну, качество отдыха на Кубани – это еще и уровень сервиса в гостиницах и отелях. Как продвигается присвоение звезд объектам размещения? Много уже проверили? Ну, надо сказать, что Краснодарский край, он с самого начала работы системы классификации в России, он был всегда в лидерах. То есть мы первые готовились к Олимпиаде, была введена обязательная классификация. Мы были в лидерах при подготовке проведения чемпионата мира по футболу. И при поддержке Министерства курортов эта работа, естественно, не прекращается. Поэтому у нас около 3500 классифицированных гостиниц на настоящий момент, которые включены в федеральный перечень классифицированных объектов. Но эта работа это системная, то есть свидетельство выдается на 3 года. Это значит, что один раз в 3 года как минимум в любой гостинице побывает экспертная комиссия по классификации, проверит качество и соответствие предоставляемых услуг. Александр Александрович, да, ну чтобы наши туристы потенциальные понимали, сколько всего пляжей и гостиниц официально будут проверены и готовы принимать туристов в сезоне 2021? Ну, еще раз скажу, смотрите, классифицированных пляжей у нас 69 штук, если точно быть. То есть 70 пляжей – это те, которые подтвердили свою категорию. Ну, стоит понимать, что у нас около 120 километров береговой полосы, которые могут принять туристов. Естественно, какая-то часть из них еще будет дополнительно открываться и оценена в этом сезоне. Ну, заранее прогнозировать эту цифру сложно. Ну и 3500 отелей, которые прошли официальную классификацию, это также объекты, готовые к приему гостей. Вот. Постоянно в течение года к ним добавляется какое-то количество как вновь открывшихся, так и прошедших реновацию, реконструкцию. Спасибо. Александр Денисов был с нами на связи. Георгий Романович, насколько важно, чтобы все сложилось? И пляжи были готовы, и гостиницы, и кэшбэк сработал хорошо, чтобы наш сезон прошел на отлично. Вот насколько важно еще? Насколько это визитная карточка вот отелей и пляжи? Это слаженная работа всей отрасли.
и пляжей, и отелей, и объектов туристического показа, и точек притяжения, и туристических компаний, которые продают наши туры, и туристических компаний, которые принимают туристов уже на месте, предоставляют экскурсионные услуги. То есть туристы, наш гость, он же оценивает Краснодарский край в целом. У него складывается такая единая картинка, единое впечатление. Угу. И он должен уехать от нас именно с положительной эмоцией, с впечатлением того, что он посетил а, безопасное место, б, очень приятное место, вот, и с, он захотел сюда вернуться. И, соответственно, все компоненты здесь должны срастись, как и доступность, так и безопасность, так и комфорт, так и визуальное оформление. Вот вы говорили о стандарте пляжного отдыха. Кроме безопасности и комфорта, там, безусловно, одно из приоритетных направлений – это визуальное оформление эстетически красивого пляжа и тех конструктивных элементов, которые там находятся. Ну вот важно еще сказать о том, что в том числе из Краснодарского края была инициатива от губернатора Краснодарского края вынести в отдельный нацпроект туристическое направление. Вот как раз к лету 2021 года он уже должен быть утвержден. Вот этот новый нацпроект для туристической отрасли нашего региона, что он даст прежде всего? Прежде всего, как вы правильно сказали, Краснодарский край здесь был одним из таких инициаторов данного проекта. Конечно, мы заинтересованы, да. Безусловно, и по поручению губернатора, Министерством курортов уже направлены свои, наши предложения краевые в этот национальный проект. Он будет базироваться на трех таких столпах. Первое – это развитие инфраструктуры, то есть развитие пляжной инфраструктуры, развитие обеспечивающей инфраструктуры на наших пляжах, которые позволят дальше инвестиционно развивать наши территории, строить новые гостиницы, новые отели и так далее. Второй большой раздел – это привлечение и доступность, как раз то, о чем мы сегодня с вами говорим, туристов. Это повышение доступности и снижение цены как самого турпродукта. Это повышение доступности авиаперелетов между регионами в обход Москвы, да, что делает более удобным посещение нашего курорта, не нужно делать там пересадку в столице. И третье, это, безусловно, большой блок продвижения и рекламы нашего внутреннего турпродукта. Собственно, это тоже на сегодня один из приоритетов деятельности министерства. Вот сейчас, в данный момент, когда мы с вами разговариваем, большая наша делегация находится в Москве. Там проходит международная туристическая выставка МИД, на которой в том числе Краснодарский край представлен очень красиво, полноценно, как мы это делаем каждый год. И мы рекламируем себя для туристического сообщества, которое дальше по всей стране будет продавать туры именно в наш регион. Если заканчивать и закольцевать кэшбэком снова, как мне попасться на удочки мошенников? Где Министерство курортов рекомендует сейчас бронировать? На каких проверенных сайтах? Безусловно, есть официальный сайт данной программы. Это сайт мирпутешествий.рф. То есть все туры, которые размещены на сайте мирпутешествия.рф, они подпадают под деятельность кэшбэка. Соответственно, а уже с этого сайта любой турист и гость переходит на другие сервисы, сайты туроператоров, агрегаторов, отелей и так далее. То есть первая точка входа – мирпутешествий.рф. Спасибо. Ну, всех ждем, да, собственно? Безусловно. Да, в студии у нас был Георгий Груш, начальник управления развития внутреннего туризма Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. До встречи.